Привет всем! Вы на канале у Татьяны, дорогие зрители, подписчики моего канала. В сегодняшнем видео займемся чем-то полезным, вкусным, нужным. Что же мы будем делать? А будем мы солить скумбрию. Солить будем ее в луковой шелухе, в черносливе и чае. Получается действительно рыбка будто копченая, натуральная, вкусная и без химии. Давайте начнем ее приготовление. В большую кастрюлю выливаю воду. В воду отправляю чернослив, предварительно помытый, также чай, сахар, обязательно сахар нужно добавлять, соль, а также все подготовленные специи высыпаю в воду и, конечно же, шелуху. Я ее предварительно хорошо помыла в воде. Ставлю маринад вариться на среднем огне до закипания. Маринад закипает, делаем очень медленный огонь и варим еще 2 минуты. И сразу же выключаем огонь. Ждем, пока маринад остынет до комнатной температуры. Пока варится маринад, мы займемся рыбой. Беру рыбку, отрезаю голову. И убираем все внутренности и, конечно же, черную пленочку, которая находится на стенках брюшка рыбки. После того, как я почистила скумбрию, я ее хорошо помыла под краном, под струей холодной воды. Вот такие тушки в итоге у нас получились. В это время уже остыл маринад. Я его процеживаю. Мариноваться наша скумбрия будет вот такой 3-литровой таре. Это обычная пластиковая бутылка, очень удобная. В нее отправляю нашу рыбку. Она будет находиться в бутылке стоя. Очень удобно. Не нужно ее будет переворачивать в период того, как она будет мариноваться. Теперь остывший маринад заливаю в бутылку. Сверху бутылку накрываем пищевой пленкой. Вот так. И теперь можно рыбку в маринаде отправлять в холодильник на 3 суток. Через 3 суток рыбка будет готова. Очень вкусная, нежная, ароматная, а самое главное малосольная и чуть-чуть копченая. Если же вы хотите, чтобы ваша рыбка пахла дымком, добавьте жидкий дым. Но я этого не делаю, потому что не использую химию. Если вам понравилось видео, жмите лайк, делитесь с друзьями. Также напишите мне в комментариях, как вы готовите скумбрию, как вы ее маринуете. Я прислушаюсь к вашим советам, прислушаюсь к вашим рецептам и, быть может, на досуге сделаю еще одно видео. Понравилось видео, жмите лайк, делитесь с друзьями, пишите комментарии и до новых видео и до новых встреч. Пока-пока, увидимся! Для засолки скумбрии нам понадобились следующие ингредиенты. А это вода, литр воды обычной из-под крана, луковая шелуха, 2 больших горсти, чернослив 150 грамм, чай полная с горкой столовая ложка, сахар 3 столовых ложки и 4 полных с горкой столовых ложки соли. Из специй нам понадобилось лавровый лист 5-6 штучек, кориандр столовая ложка без горки, а также перец горошком штучек 10 и штучек 5 перца душистого горошком. А также главным ингредиентом у нас является скумбрия. 3 красивых больших скумбрии без изъянов. Вес каждой скумбрии 350-400 грамм. Чем больше рыбка, тем вкуснее она получается в итоге.